25 июля. Птичий рынок. Город Кропоткин. Людей сегодня немного. Имеются свободные места. Пройдемся, посмотрим. Сегодня совсем слабый рынок. Вот столько мест свободных, пустых. А как называется порода голубей? Кудули. Кудули? Какую они цену? По 500? 500 рублей. А мраморные почем? По рублю. Это как скворцы, да, или как правильно? Майкопские. Какая цена? Смотря сколько берем. Ну, средняя цена, скажем так, почем? Ну, по 200 рублей. По 200 рублей? Все это летает. И уже некоторые бьют. Неплохая цена. Я просто что-то в этом году урожай большой. Большой урожай? Да. Ну это же хорошо. Ну хорошо, да. Дома еще гоняются столько же, если не больше. А вы телефон не желаете продиктовать? Может кто-то заинтересуется? Продиктую. Ну погромче, пожалуйста, продиктуйте. 903-465-5901. Как вас зовут? Игорь. Игорь, тезка. А вы откуда? С Майкопа. С Майкопа. Вот это горелые, это молодые все. Он когда вылинивает, он становится черным с ржавой грудью. Ага. А бойцовские качества одинаковые. А такие какую цену? А? Такие почем? Эти по 500. Мраморные по 500. Мраморные хорошо летят и хорошо бить начинают. С Азии. Давным-давно еще. Почему ее назвали Майкопская? Потому что она понравилась голубятникам, как они, ну, как она работает, рабочее качество. Угу. Как, естественно, бойная птица летает недолго. 2 часа летает. У них средний клюв, да? Небольшой. Да, средний клюв. Ну, это молодые еще. Белоносые. Века, голубой глаз. Угу. Средняя косма. Передний палец чистый, как у ташкента. Который ездил в командировку раньше, при Советском Союзе. Он, короче, видел, я не знаю, в каком он городе был там, что видел такую же птицу, какую держит Майкоп. Но называется она там по-другому. Ну, это давно было, да? В 70-х годах. Ну, нет, даже в 80-х. 80-х. То есть птица завезена с Азии. Да. А ну, здесь называем майкопские, вот, правильно? Нет. Они почему называются майкопские? Угу. Потому что они как бы затормозились в Майкопе. Угу. Понравилось по бою птица. По лету, по бою. Уже они есть при посадке, заходит, потом выхватывает, штопором бьет. Есть, которые вверху, но при посадке таких винтов не делают. А вы гоняете голубей, да? А? Гоняете голубей. Здравствуйте, ваши голуби? Почем? Это Одесса, да?
волжские, ленточные. Какой цен? 500 рублей. 500 рублей. Хозяина нет, отошел. Так, это у нас головатые. Хозяина тоже нет, отсутствует. Сказали, что это бакинцы. Желтые. По 500 рублей. Торг уместен. Это бакинцы, сказали, да? А вы телефон для связи не желаете оставить? 928-41-00-272. Как вас зовут? Иван. А откуда вы? Дмитриевская станица. И по каналу что тягать? Кто-то из ребят спрашивал по поводу рыбацких сетей взять телефон. Вот. Человек, который занимается, любой размер может сделать. Вот, видишь, вот. И трехстенки такие, какие надо. Продиктуйте телефон. 8-918-931-54-48. Как вас зовут? Дмитриевич. Петр Дмитриевич. Да. А вы откуда? Кропоткин. С Кропоткина. Почем такие? Голова. А что за порода? Широкохвостые чили. Это было сказано. Дайте телефон. Широкохвостые чили. Янатые. А вот белохвостые, это славянские? Это бакинцы. Это белохвостые. Это славянские, нет? Не, это же голоногие, это бакинцы. Это бакинцы? Это славянские, они страшные. Они чисто белохвостые, лично я не видел. Ты видел кого? Славянские? Да. Черные белохвостые, сказали бакинцы. И в какую цену? Какие? Вот те? Да. Ну, старые 3 рубля пара. А вот можно... 3 рубля за пару. Широкохвостая. От рубля и выше. Разных мастей. Такие вот желтохвостые. Сейчас, чтобы тебе увидеть сразу. По 350. Вот юные продавцы. А сколько петухи? Римский великан. 800 рублей. Голова. Эти по 15 тысяч. Вот ребята говорят, что малазийская сирама, такие вот куры, вот петушки, они самые маленькие в мире по размеру. Сколько? 300 грамм. Вес 300 грамм. Меньше голубей даже. И стоит 6 тысяч за голову. Чернохвостые в какую цену? По 500 рублей. А порода-то как называется? Краснодарские. Краснодарские. По 500. Краснодарские. Вот такие космические. Какая у них? А вот эти желтые, красные, это что за голуби? Это тоже Краснодар. Ага. Почем они? По 400.
Это для образца, да? Ну, эти два петуха не продаются, все остальное продается. Их дети. Эти не продаются. Вот. Продаются цыплята. Это брама, да? Нет, который вы показали, это кахинхин брама. Ага. А цыплята какую цену? От 500 до 850. Цыплята 500 рублей. 500-600. Слушай меня, значит хуй, который весь мир работает на китайской ситуации. Лекарства. Я знаю, что белорусы возьму. Видно сразу эфир. Вот у тебя гемолин чувствительный, а другой нет. 1500. Понимаешь, каждый этот слов ты не понимаешь. Шейки. Какую цену? От 300 рублей. От 300 рублей. Телефон для связи не желаете оставить? 8-906-465-1942. Владимир. Узбеки. Двухчубы узбекские. И в какую цену они? По чем такие? По 3. Чего гуляем? Там он привез, товарищ. А такие по чем таджикские? По 500. Северокавказские, красные. 500 рублей. По чем такие голуби? 400 рублей. А телефон для связи не желаете оставить? Такие желтые, кабардинские, из города Нальчик. И почем они? По 300 рублей. А вы телефон для связи не желаете оставить? Пожалуйста. Продиктуйте, пожалуйста, погромче. 952-82-07-603. Спасибо. Карликовый кахинхин. По рублю. Какую цену крестовые монахи? 250. Почем ваши голуби? 1000, да. Потолок 1000, а там так. 100 000 рублей. Торг уместен. Синие турецкие. По 1000 рублей. Нет, это иранцы. Ну, иранцы, да. Так чьи они? Иранцы. Это наши, кубанские. Кубанские иранцы. Мы их уже перекрутили. И сколько такие стоят? 750 рублей голова. Узбекские. По 2000. 8-918-29-50-730. Почем утки такие? 700. А что за порода? Голубой фаворит. Голубой фаворит? 3 месяца им можно.